Друзья, добрый день. Я в гостях у наших медвежат. Смотрите уже, как значительно подрос. И один, и второй малыш, он, мама медведица, пытается его лапкой достать. Вот, вот он. Покажи свой красивый нос. Он здесь, прямо около ограждения. Вот. Держи. Малышам все в радость. Они познают мир, пробуют все на вкус. Да, да. А кто помнит, они были недавно совсем малюсенькие. Совсем-совсем малюсенькие, как щенки и котята. А теперь же он, смотрите, какой крупненький. Мама медведица лапкой пытается его подтянуть к себе. Ух ты! Ой, чей-то нос. Держи. Держи. Вкусный. О, еще один. Вот, смотрите. Два медвежонка. Че ты кашляешь, малыш? Вдохнул что-то. А вон мамочка хочет угощения. Сейчас я тебе дам. Сейчас. Сейчас, моя красавица, мамочка. Давай. Вот. Как же интересно наблюдать за этими чудесными малышами. Друзья, это такие интересные животные. Просто красота. Ох, как же быстро они подросли. Очень быстро, очень. Мой сладенький. Вот так. Давай покажем всем нашим зрителям, какой ты игривый малыш. Ай, красотишка. Кто тут лег? Смотрите на них. Смотрите. Опа. Друзья, это просто чудо. Что ты тут играешься, да? Классные, какие лапки. Ку-ку, ку-ку-ку-ку. Оп, чей нос? Большой нос медвежонка, да? Какая красотища! Скоро уже эти мохнатые мордашки не смогут пролазить через ограждение и уходить на эту территорию. Но зато у нас сегодня есть возможность за ними понаблюдать. Мои вкусненькие. Мои красивые. Ой.
Друзья, я не могу. Я не могу сдерживать эмоции. Эта картина, конечно, очень красивая. Эти малыши, которые знакомятся с миром, удивляют меня. Кто тут? Привет! Привет, нос! Все, сейчас я вам тут всем накидаю угощений в кормушку. Медведица лежит, медвежата тоже рядышком. Красота! Наблюдать хочется бесконечно. Малыш вернулся к маме. Мамочка, смотрите, обнимает своего ребеночка. О, друзья, это просто чудо. Не забудьте, кстати, подписаться на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из жизни животных зоопарка «Сказка». Всем отличного настроения. Пока!